Пожарные спасатели и инспекторы ГИМС приняли эстафету Всероссийского пожарно-спасательного флешмоба, старт которому дал глава МЧС России Владимир Пучков. Это необычное мероприятие проходит ежегодно уже в пятый раз, а начиналось оно с пожарных покатушек, когда небольшая группа огнеборцев вышла на лед в боевках, чтобы привлечь внимание к пропаганде пожарной безопасности. Сейчас это уже глобальная акция при поддержке министерства, и участвуют в ней целыми семьями. В Нарьян-Маре спортивный праздник прошел на лыжероллерной трассе. МЧС России за здоровый образ жизни – это и название флешмоба, и его девиз. Увлекательный спортивный праздник объединил инспекторов ГИМС, спасателей и пожарных Ненецкого округа. Переобувшись в лыжные ботинки, они вышли на старт. Вместе с ними в лыжной гонке участвуют и студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Поддержать участников пришли их жены и дети. Пока взрослые преодолевали дистанцию в 1 километр, детвора согревалась на веселых стартах. Пробежать на лыжах змейкой, примерить бушлат и шлем пожарного, а потом вернуться к команде. Дело непростое, но очень веселое. А это шлем пожарного. Пока дети выполняли задания, взрослые по очереди добирались до финиша. И неважно, какие по счету, главное – веселые и довольные. А довольные в этот день были все без преувеличения. За участие в веселых стартах дети получили дипломы и памятные подарки. Все желающие смогли прокатиться на снегоходах. Данная акция направлена на культуру безопасности жизнедеятельности населения, ну и, соответственно, популяризацию здорового образа жизни. Данную акцию мы провели под девизом МЧС России «За здоровый образ жизни». Вот, ну, как видите, все рады, все довольны. Вот, ну, на самом деле, конечно, хотелось бы привлечь, и будем стараться это делать, ежегодно привлекать на данное мероприятие, ну, больше народу, соответственно, которые с нами под этим девизом, соответственно, будут проводить достаточно много полезного времени. В завершение флешмоба все участники выстроились в надпись «МЧС НАУ». Это своего рода послание будущему поколению и напоминание о том, что ГИМС, пожарные и спасатели – это сплоченная команда, которая всегда за здоровый образ жизни. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».